Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Слушай, вовремя я посмотрел на ОБС и увидел, что у меня записывалось совсем другое окно. То есть первый поединок я не записал. Но это хорошо, что первый поединок, а не всю, извини меня, игру сфейлил. В общем, ребята, в Лиге Самураев 3 звезды сбросили меня с Лиги Сёгунов 3 звездочки, как ты понимаешь. И здесь я должен найти 15-19, потому что да. Потому что в первом поединке, который у нас был, именно 15-19 было. Вот, как раз эти персонажи, которых я отыграл. Ну что же, давай. 48 уровень у наших противников, то есть практически мы с ними одинаковы, грубо говоря, да? Потому что у меня 55 уровень. Ну, у них почти 50. Да, даже есть 51. Так что все нормально, ребят. По справедливости играем. Так, а ну-ка давай-ка я запрет ему на отхил. Там как раз у нас Донателло, который любит похилять. Хе-хе-хе. Теперь они ничего не смогут сделать. Тыдыч. Твою ж. Так, мне не нравится, что у нас... Блин, он снял. Он снял, ребята, вот это все. Так, а ну-ка. Есть. Есть, ребятушки, контактиш. И давай все-таки я рискну Донателло. Ну, лишь бы он только всех пробил. Да, ребят, по красоте. Потому что я испугался за Кирби, я думал, что его все-таки сейчас разбомбят, если мы кого-нибудь не подобьем, но все у нас обошлось. Поэтому двигаемся дальше. С 44-й позиции мы перемещаемся на 13-ю. Так, и опять 15-19. Что-то выше нам не дают. Ну, пока мы и своими силами здесь справляемся. Рафаэль, Морозилка, Майки плюс, опять же, Майки и Рокстеди. Рокстеди фильм. Окей. Ну что, я готов. Я готов давать звездюлей. Бесплатно причем. Давай, Рафаэль. Урони кого-нибудь. Да какой там ты уронишь, как же. Блин, а сейчас Сплинтер будет каждому отдавать плюху, да? Так и есть. Давай-ка мы, наверное, дебаф повесим на них. Вот. Блин, я все время забываю, что этот Майки, он снимает все наши дебафы, ё-моё. И этот еще хиляет. Ну, лучше не придумаешь. Давай-ка я, наверное, ускорю нашу команду, чтобы мы быстрее начинали двигаться, да? И провокацию, вот это будет самый топ. Так, разминается, да? Критовку, нет, ребят, не критовку, он нас замедлил. Ты прикинь, мы с тобой с помощью морозилки, значит, повышали себе скорость, а он взял нас и замедлил. Дело дрянь. Дело дрянь, друзья, надо хиляться. Так, вначале мы, наверное, сбросим с себя тоже все вот эти вот негативы, которые на нас повесили. Кого тут уронить-то надо? Давай попробуем Майки. Угу. Их. Блин, нам нужно срочно залечить рану, ребята. Срочно просто. Так. Вот Майки так быстрый, на нем еще... Вот, все, уронили мы его. Так, Сай бросает. Уничтожит, мне кажется, сейчас мне... Моего, ребята... Микеланджело здесь. И я не смогу его спасти. Точным ударом... Нет. Не туда, как мы видим, был произведен удар. Ты сейчас серьезно? Что тут происходит? Кто там будет ходить сейчас? Давай-ка, чтобы не упасть, потому что этот у нас любит контратаку делать. Комочком-то завали, морозилочка. Ну, будь добра. Есть. Ой-ой-ой-ой. Сможет ли у меня он... Не сможет, скорее всего. Да завали ты этого Рафа. Это что такое сейчас было? Блин, да он же сейчас удар сделает. Все. Я боялся за этого Микеланджело, а погиб совсем другой персонаж. Твою дивизию, это... Чепушило несчастное, а... Все-таки завалил. Ладно, друзья мои, мы перешли с вами в Лигу Сёгунов. Одна звезда. Такс. 15-19. Может быть, дадите мне
Хотя какой дадут они, конечно. Мы же сфейлились сейчас только что в этом поединке, поэтому они не будут идти мне на уступки. Скажут, ты еще слабак. Что-то там просить. Как думаешь, вот этой команды... Нет, мне кажется, не сможем этой командой разрулить. Нам надо взять Змейка Вьюна. Легкую-легкую, так сказать, поддержку. Совсем минимальненькую. Угу. Ну что, вот теперь давай попробуем. Вначале задебафить. Теперь гидрант. И остается последний. Это Донни. Был Донни, стал Кульвони. Все, мы его отфигачили. Леонардо его прошинковал. Ну что, мы двигаемся тогда далее. Сегодня хочу хотя бы добраться обратно до Лиги Сёгунов 3 звезды. Это было бы справедливо. А 15-20, видимо, нам и не светит, да, здесь? Не хотят. Во, все-таки выудил я у них. Уровень, кстати, 53-55. Это, получается, мы на равных сейчас будем играть, но я буду немножко хитрить, друзья. Я буду хитрить. И возьму я, пожалуй, Зека. Зек, бомбочка. В общем, ты сам все прекрасно понимаешь, что сейчас здесь будет происходить. Бросаем. Прям под ноги им. Так, этого Донни надо ушатывать. Иначе он захиляет всю команду, опять же. Теперь выпускаем космический корабль. Эсси баллончик. Что-то как-то слабо все. Очень слабо. Я думал, что мы их сейчас уже ушатаем, но не тут-то было. Давай-ка бросай свою фиговину. Да ёк-макрёк. Так, Рафаэль, да, хочет сходить? Не будет этого. Донни, защита твоя не поможет здесь уже, поверь мне. Упс. Какого фикуса, я не понял. Ага. Ну давай этого языком своим. Тьфу ты. Язык длинный, а толку мало, да? Окей. Ну что это? Это вот появляется, ребят, когда обрыв связи, ну, то есть сети. Такое получается. 73-я позиция, мы перемещаемся на 51-ю. Так, 51-я. И давай-ка мы попробуем 15-20. Все, есть. Я возьму Леонардо. Раз, два, три, четыре. Тут уже, ребят, не важно, кого мы возьмем, потому что Леонардо вот с этими сосунками разберется. Просто с полтычка. Вот он с прыжка делает. Вертушка и все, тут без компромиссов. Тут даже не обсуждается. И двигаемся дальше. Блин, мы до сих пор, блин, в лиге этой Сёгунов одна звезда. Как долго, все-таки. Как мы долго продвигаемся. 33-я позиция. Мы даже 20 ступенек не пролетаем. Меньше у нас выходит. Да, друзья, меньше выходит. И 15-20. Ну, я возьму тогда здесь Армагона, раз там Микеланджело они взяли мне. Поставить даже двух майки. Вот такие вот. Они хитрят, а я еще хитрее. Против двух майки Армагон. Ну, он сейчас всех тут сразу похоронит. Просто своим одним валуном их прижучит. Есть. Так, ребят, ну что, на втором канале у нас была заключительная серия про нашего котика. Скоро, я чувствую, мы закончим прохождение и нашего кролика. Что-то у меня все игры, да, котики, кролики. Вот, и дальше будем проходить другие игры. Там уже есть у меня на примете некоторые. Я вот, знаете, что думаю, может быть, Gears of War, четвертую часть мне допройти. Это единственная часть, которую я еще не прошел. Раз, два, три, четыре. Нет, ну как единственная часть? Я имею в виду первую я прошел, вторую и третью не прошел, потому что они, ребят, на консолях. Пятую. Потом еще, естественно, стратегию Gears of Tactics я прошел. Дополнение к пятой части. В общем, все игры, кроме вот второй и третьей. И вот четвертой. Четвертая у меня есть, ребят. Уже она давным-давно у меня висит, и я все никак не могу до нее добраться. И вот все-таки думаю, что, наверное, доберусь. Но буду, наверное, проходить в режиме стрима, скорее всего. Потому что игра долгая. И ее лучше проходить, конечно, на стримах. Так, ну что, 15-20.
Окей, 15-20. Возьму, наверное, Шреддера здесь. Раз, два, три. Бойцы-то, кстати, заканчиваются потихонечку. Потихоньку. Тут даже говорить не о чем. Сейчас Шреддер просто тыдыш, и все полетят. Блин, ты посмотри-ка, Майки-то, оказывается, выстоял. Единственное, что его постепенно уничтожило. А он стоял там. Довольный был. Так, с 87-й перемещаемся на 67-й. Вообще очень мало проходим. Очень мало. Берем Бакстера. Раз, два, три, четыре. Ну, Бакстер, как всегда, ребят, со своей смертельной волной. Или Маузер. Не, я, наверное, волну буду выпускать. У волны преимущество, знаешь, в чем? Что она вешает постепенно урон. Так, ну-ка, Лапекса, добьешь их обоих? Должна добить. Красавица ты моя. Молодец. Блин, у нее такой хвост, она, кстати, как вот Микеланджело, который с наунчаками крутит, подлетает. У Лапекс то же самое, она хвостом вертит. И летит, как этот, как вертолет. Ну что, 48-я позиция, шикарно. Вот только мне хочется уже получить 15... Там, наверное, 16-21 будет, да, скорее всего? Да, 16-21. Возьмем Шархана, возьмем Паукуса. Раз, два, три. Шархан дебафит. Кстати, Паукус тоже дебафит. Он понижает меткость у противника. А Шархан, по-моему, замедляет. А, он снижает броню. Вот оно что. А по пониженной броне, сам понимаешь, да? Колоссальный дамаг выходит. Сейчас Майки их добьет. Бросает пачку кормежки от Криса Брэдфорда. Ох, Донателло, а? Жучара, еще тот навозник, да? Выживает. Практически во всех сложных ситуациях он успевает выжить. Ну что же, мы двигаемся с 48-й позиции, мы перемещаемся на 28-ю. Так, давай-ка посмотрим. Я хочу, например, получить 16-21. И мне дают такую, как говорится, возможность. Берем Бакстера. Ой, какой Бакстер? Это уже у нас Макман. Бакстера, нафига себе. Попутать надо было, да? Бакстера и Макмана. Так, два оригинала здесь у нас затесалось. А ну-ка. Красота. Просто, ребята, красота. Да, Макман хороший. Я вот, знаешь, что думаю, когда мы мутагеноида в свою очередь тоже покачаем, мне кажется, вот этот вот удар по земле ладошками будет тоже очень мощным. Так, Сёгун, две звезды, 7-й ранг. Сегодня я, наверное, кстати, еще, ребята, поиграю на втором канале в тактических монстров. Да, скорее всего, поиграем, потому что давно уже не было серии, надо замутить. Тем более там хочу получить новых персонажей. Так, ну что у нас тут? Сидят голодранцы. А давай лучом. Я думаю, что им сейчас всем крышка сразу же будет. Всем или не всем? Абсолютно всем. Вырубил. Даже не сомневался, ребят, что так все получится. Так, переходим в Лигу Сёгунов. 3 звезды, отлично. Но в мастера, скорее всего, не получится добежать, ребят. Как бы сильно не хотел, вряд ли получится. Так, а вы мне дадите, например, 16-22? Нет, не хотят. Ладно. Возьму Кожеголового. Раз, два, три, четыре. 61 уровень против 70-х. Так, у нас, наверное, сегодня хватит как раз мутагена, чтобы поднять уровень нашему Кожеголовому. Так, допустим. Допустим, мы сделали такой вот удар. Теперь удар кланфутовцев. Эти по бокам отдупляются, и Кожеголовый пробивает. Вот он когда-то катится, мне сразу почему-то он напоминает шар из боулинга, знаешь, этот вот, который бросаешь, который сбивает кегли. Почему-то вот когда он грузится, враги как кегли стоят, и Кожеголовый их просто сбивает своим телом. Так, ну что, 16-22, отлично, 16-22 есть, берем Рафаэля, берем Донателло, Майки, Ваньку и Донателло. Как бы, кто лишний в этой команде? Угадай с трех раз. Я думаю, ты уже, наверное, догадался. Кто здесь лишний? Так, возьму провокацию.
Сюрикены, пошли. Чух-чух-чух. Отлично. Этот отдупляется и, наверное, добивка все-таки будет. Все идеально. Идеальнее просто и быть не может. В общем, двигаемся дальше. И все-таки, наверное, мы дойдем сегодня до Лиги Мастеров. Если сейчас полтинник сразу будет. Ну, почти. Почти. 16-22. Давай ко мне. Не надо опять занижать мне параметры все. Или не будет, ребята? А, у нас последний поединок. Нет, не успеем, к сожалению. Да, у нас Тимати вообще ни в какую команду, ребят, не попал. Он остался один, последний. Ну что же, такова его судьба. С этим не поспоришь. Берем провокацию на Рокзара. Теперь. Я, наверное, просто проникающим сейчас бомбану. Есть, муха сразу на раз. Ну-ка. Ах ты, Майки выжил. Давай сделаем вот так вот. Запах изо рта. И ракетами добьем или нет? Да. Вообще идеально, друзья. Ну что же. Мы здесь выиграли. И... Блин, и не попал я в Лигу Мастеров. Вот обидно, а? Это, считай, как вот было в понедельник. То же самое, ребята, и во вторник сегодня. Пройти серию испытаний, погнали. Будем выполнять ежедневки. Ежедневки — это хорошо. Ну и, соответственно, нам еще нужно будет попробовать пофармить жетоны. Маузер 80 уровня с офигенной инициативой. Ну и Зэк, естественно. Единственное, ребята, что тут у нас в этой команде нету хила. И я не смогу их залечить. А их надо. Плевок, отлично. А что такое усиление блока? Вот что мне хочется знать. Что за усиление блока? Так, смертельная волна, вперед. Теперь сюрикены. Так, Кирби не жилец, это 100%. Ты, кстати, Хан тоже не жилец. Давай, наверное, мутагеноида уничтожим. У них очень маленькая инициатива, они даже, ребята, не успели сделать свой ход. Мы их разобрали. Ну что же. Отлично тогда получается. Это задание у нас тоже выполнено. Забираем награду за него. И теперь... Кстати, кожеголовый где у меня? Да, хватает. 92 уровень получает у нас кожеголовый. Переходим на... Карай-змею. И продолжаем. Так, здесь нужна одна кошечка. Манека, по-моему, да, эту кошку звать? И, кстати, вот я заметил, в игре Стрей этих кошек, вот этих Манека, очень много. Ты заметил, да? Очень много. Везде там в виде статуэток каких-то там, игрушек. Так, подожди, я не понял. 5 нам нужно вот этих вот 3D очков. Раз. Ну... Ну, как всегда. Ну, все, понятно. Короче, не дадут мне, да? Одни очки получили, и радуйся. Вот, вторые. Третьи. Давай, еще двое. Двое очков, дай, пожалуйста. Да не учебники мне нужны, мне нужны очки. А меня пичкают учебниками. Так, и последний. Есть, ребят, очки нашел. То есть потом надо будет найти просто лишь... Силовую ячейку крэнков, да, или как она там называется. Так, задание. Забираем здесь награды. И переходим. Так, подожди, что я хотел сделать-то? Угу. В испытании. В испытании я хотел фармить жетоны. Донателло, кожеголовый. 50 жетонов, шикарно. Еще 50, это уже соточка. Карта Бибобима. 150. Все, ребят, закончился у нас сыр. Сыр закончился. И что же тогда у нас? Все, ребят, получается, на сегодня
можно, в принципе, закругляться. Давай мы, наверное, знаешь что, добьем пиццу. Точнее, ну да, пиццу добьем. А добивать мы ее будем на корейке. Здесь неудачно. Да, силовая чайка крынгов, я правильно сказал. Их нужно 10 штук. Так, а нам выпадает только лишь вторая. Все, и пиццу мы тоже полностью отыграли. Ну что, друзья, тогда на этом я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.